Ну что, догадались, мы на завтраке. Всем привет, у нас новый день. Сейчас мы завтракаем и поедем в местный аквапарк. Он работает как-то по часам, но сейчас мы приедем туда и все выясним. Где наше такси? Где наше такси? Короче, завтрак состоялся, 1520 рублей. Но этого сегодня много, и обжоры какие-то вы. Но зато вкусно. Короче, ладно, давай такси, поехали. Вот такси. Сегодня же 2 октября. Ой, октября, августа. Августа. Ну, сейчас начнутся у них в фонтанах. Может, поэтому он тот городской фонтан отключили? Может быть. Ну. Давай вызывай наше такси. Ну что, приехали мы в аквапарк. Называется Ниагара. Ну, он небольшой, сейчас посмотрим. 2 гектара. 2 гектара? Нет, с виду что-то такое. Да? 18? На море таких ходил. Посмотрим. Не, мы просто в разных были. Сейчас посмотрим. Так, что у нас там? Два взрослых по 1000 рублей. Классно. Карты можно оплатить? Илон, ты сегодня бесплатно, ребенок. Ура! Ничего себе, а почему сегодня? А потому что... До 11. А мне как раз 11. Были эти акции. Да, я видела. Обалдеть. Короче, сегодня взрослые по 1000, а дети бесплатно до 11. Как раз мы попадаем. Ну и что, по 1000, да? По 1000, да, 3 часа. Отлично, пошли. Ну что, девочки, при входе направо, мы налево. Вот такая мужская раздевалка. Бесплатные ящики. Что здесь? Мужская душевая. Есть. Есть, наверное, туалет. О, и выход, пожалуйста. Ну, 2 гектара здесь не похоже, хотя, может, и есть. Хорошо, сегодня солнечно. Сейчас на квадрике полетаем, посмотрим сверху его. Что, переоделись? Да. Ну вот маленькие горки, детские, там более большие. Вон туда. Идем туда подальше, там и батик. Буду снимать снизу, ждать, а ты будешь каждую горку гонять и самое рассказывать. Да, да, будешь. Так, короче, здесь, о, здесь такая зона, музыка, прям круто, бассейн. Ресторанчик здесь есть, кафешка будет, где пообедать. Там горочки. Ну, ничего, да? Ну, ничего. Да, видели лучше. Ну, для 1000 рублей неплохо. Да, делать нечего уже. Мы здесь, я думаю, покатаемся нормально. Вот, тут есть баллоны. Ну, прикольно. Ну, давай, пошли, посмотрим, да? Просто, да. Давай, можешь с камеры прыгать. Да, я хочу. Итак... А, о чем хотел сказать? Лежаки бесплатные, нет полотенец, мы полотенца взяли из номера. Естественно, мы их вернем, предупредили, что мы взяли.
Илона, ну что, ты на трех прокатилась, как тебе? Мне очень понравилось. Да? Давно просто не каталась, наверное. Да, я просто... Давай, вон туда встанешь, помаши. Хорошо. Ты помаши, потом поедешь. Да. Давай. Закрываешь, лежишь на лежаке, вода шумит, анимация, там что-то развлекает детей. Такое ощущение, что ты в Турции. Вот здесь вот есть лаунж-зона, если хочешь уединиться. Это вот место для курения, так креативненько. Так, наши опять пошли на эту горку. Хотят вдвоем, чтобы было ускорение побольше. Сейчас мы их заснимем. Что там, где наши? Страшно? Приехали. Опять мы провели день, собирается дождь, так. И мы сваливаем. Ну что, Илона, как тебе аквапарк? Мне аквапарк достаточно понравился. Если не сравнивать, то аквапарк вполне нормальный. Вполне. Но если сравнивать со всеми аквапарками, то я как бы дам ему пятерочку, наверное. Из 10, да? Да, из 10 пятерочку. Я согласен. Большой плюс, что нет очередей, да, народу мало. Погода хорошая, класс. Все, погнали дальше. Успешно добрались до нашего райончика. Это Мариотт, но наша цель Black Star Burger. В обед можно покушать, да? Бургеры. Это улица Красная. Мы сегодня, сейчас после аквапарка переоденемся, возьмем такси, доедем до нее, по ней. Ну, не по ней. До ее конца, короче, там какая-то церковь, посмотрим, и по ней будем возвращаться нам в отель. Вот здесь экстремалы.
Дай пять. То она завалилась. Вон еще одна. Пять. Давай. Читаю лично, понятно? Идет наш обед. Все разлетается. Это мое? Не знаю. А это чье? Не, вот это классик. Давай. Да. Вот я... Ну как? Вкусно. Как живая Кэн. Вкусненько. У меня такой же, как у Оли. Слоу, да? Да, я его из-за этого и взяла попробовать. Да, мы поэтому и взяли, потому что, видимо, в каждом городе есть какой-то свой фирменный. Вкусно. Да? Мы поели на 1280 рублей. Это 3 бургера. Кофе и картошки реально дешевые. Напитки дешевые. Блин, непонятно, да. Вкусненько все. Классно. Да, очень вкусно было. Кому-то перекрытые дороги пофигу. Что нам сегодня, кстати, рассказал один таксист, что на день ВДВ у них выключают все фонтаны. По-моему, еще даже за день, потому что еще вчера, позавчера работали, 31-го уже не работали. Сегодня 2 августа, ничего не работает, ну, в плане фонтанов. Идем нам на ту сторону. Куда мы сейчас идем? В гостиницу? Да, в гостиницу, потому что папа хочет спать. Не спать, а отдохнуть немножко. Спать. А потом мы попремся по этой улице, вон туда, в конец. Посмотрим собор, там парк Екатерины, какие-то еще есть эти памятники. Ну все, пока. Так, опять таманский квас. Кстати, вкусный, он не газированный. Автомат работает. Что-то он... Вставляем 50 рублей. Не хочет Ваня, работать, давай, кстати. Ешь. А что он не работает? Автомат работает, дай, пожалуйста. Скажи. Да, мы не умеем, но я попробую, по-моему, потому что у нас бывает не в умении. Давайте тогда вон там, там. Ну, все, пошли. Все, пошли дальше. Дубль номер 2. Дубль о, номер здесь, 2, пожалуйста, с удовольствием стакан да нажимай. Давай, стакан. Сюда? Да. Да. Сейчас все. Здесь будет приезжать стакан. Сдача, он там выпала. О, заработала. Все, готово. Да, ну-ка, сдачу, дочь, выковыривай. О, какой пенистый. Это мама. Еще на полтора класса. Ну что, вкусно? Конечно, хочешь попробовать? Нет, я не хочу. Пенистый от слова пена. Не от слова. А я что сказала? Ты ничего не сказала, это я просто поясняю. Пенистый от какого слова? От пена. Очень вкусный квас. Да, от слова пена. Ну вот мы свеженькие, отдохнувшие. Ждем такси. Папа кто-то спал. Сгорел. А папа спал. А папа спал почему? Потому что раз поспал вроде бы, и новый день начался. Ну-ну. И вместо нескольких дней, эти несколько дней удваиваются. Знаете? И получается, что ты дольше находишься на отдыхе, в туризме, так сказать, в поездке. Мы его еле разбудили. Ну, это лишняя информация. В общем-то, у меня начался новый классный день. В общем, что? Мы... Выходим, это улица. Как эта улица? Красная называется, да, Оля? Я все время забываю. Красная. Мы пошли налево, прошли до конца, уперлись в театр. Он на реставрации. Теперь мы идем, мы вчера ходили направо, ну, ушли там до половины улицы. Сейчас мы на такси доедем до конца этой улицы, а потом пешком вернемся в обратку. Может, даже покатаемся на велосипедах. Все никак не удается. Итак, мы подъехали очень быстро к храму. И вот отсюда начинается вот эта вот Красная улица. Вот эта вот улица идет к нашему отелю. Вот отсюда. Серьезно? Да. Вот это начало ее, я так понимаю. Так, это крест в честь Кирилла Мефодия.
Поехали. Вот с этой стороны он так выглядит. А это собор Александра Невского. Сейчас мы его облетим сверху, посмотрим. Но здесь стройка идет. А вот, видимо, и сам Александр. Александр, здравствуйте. Ну вот, 13 век, пожалуйста. 1221-1263 год. В кольчуге. Музыка играет, но сам собор, по-моему, не работает. Вокруг строят новостройки. Сейчас мы взлетим и все посмотрим. Святой, так, благородный, великий князь Александр Невский. Вот такие бронзовые, наверное, штучки. И вот здесь вход основной, стрелка была сюда. Поэтому мы идем посмотреть. Все работает, вход в собор без маски запрещен. Служба идет. Эта часть просто реставрируется. Видите, без масок запрещен. В масках никого нет. Все без масок, да. Посмотрите, вам ну, я его уже снял, да. Ну что, посмотрели собор, движемся дальше. А идем мы сейчас вот на ту площадь. На ту площадь сначала. А мост поцелуев подождет. Рано еще. Вот и опять такая аббревиатура Е. Так вот она, памятник. Да, это памятник, значит, это сквер, Екатерининский сквер и памятник Екатерине. А вот это площадь Ленина. Нашла вам? Площадь Ленина и улица Ленина есть в любом городе России, мне кажется. Да, и не только в России. Да, ну. Что хочу отметить, что скверы все, да, ухоженные. Да, очень ухоженные. Убранные, да. Очень... Так, чистенько, аккуратненько. Ну вот и Екатерина со своим указом. Это казаки, да, справа? Вот так выглядит монумент. Такой большой, красивый. В общем, что постоянно хочу отметить и забываю, что даже, ну, приезжаешь, а даже не столица. Чисто, аккуратно, ни мусора нет. Все мусорки чистые, убираются. Газон покошен. В Европе же, да, вот мы сколько последние разы были, просто удивлялись, какая грязь. Это просто ужас. Ну, в столицах грязь. Ну и в столицах, ну в деревнях. В городках бывает часто неухоженно. Да, просто неухоженно. Идем вон туда, на площадь Ленина. О, смотрите, какие здесь. Может, да. Покажи своим зрителям тоже. Этот площадь Ленина, конечно, очень жалко, что сегодня день ВДВ, потому что отключили фонтаны, еще раз говорю, было бы с фонтанами намного симпатичней.
Ну вот, велосипед, видите, какой древний. Какой хозяин, такой велосипед. Опа! Просто цирковое представление. Смотрите, какие велосипеды раньше были, а? Ой, прикольные. Смотри, старые какие он. А, если... Ой, а это что за велосипеды? Смотри, какие. Книга рекордов России. Это из книги рекордов, видишь? Вот такие. Вот эти ребята, наверное, катаются, они отсюда взяли их. Ой-ой-ой, уехал, смотри. Вот это вот, смотрите, книга рекордов Гиннесса. Такой он этом тоже умеет маленький. Да, нам сказали, что вот этот мужичок сам все придумывает и сам на них катается, кстати. О, смотри, смотри, как он едет. Не знаю, вот я говорю. Ой, осторожно. Ну ты шустро гоняешь на нем. Вот, блин, понравилось ей, что ли? Слышу голос из прекрасного далёка. На малыше кататься. Нам сейчас покажут, да, как надо кататься. 15 передач. Ну давайте. Там тормоза, это вот такой, два раза меньше, 24 сантиметра, видите, ну чуть больше разгрузки. Ну тормоз есть, тормоз работает, все. В удивительных людях выступал, там надо было съезжать, поэтому Так. Только прям... Вот это прикол вообще. Как такое, да, возможно? Главное, Тур де Франс в Краснодар. Вот, блин. Вот аккуратно. Прикол, прикол, да. О, еще и на козла встает, видишь? Вот меньше на 5 сантиметров, вот. 19 сантиметров. Ага. Размером 100. Вы сами, да, варите раму, вот это все дело, да? Пайка на тут. Ну-ка, следующий. Следующий сказал заведующий. Я бы чуть разбежитесь, задавлюсь сейчас. Да, сейчас как задавит. Давай, 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 давай. Чуть-чуть-чуть-чуть. Ну да. Тур де Франс, второй этап пошел. Ну это реально прикольно. Ну сразу, да, через один уже. Ой, вообще маленькие, да? Очень маленькие. Я не знаю, как на фиолетовом кататься. Это вообще. Давай, давай. Ой, осторожно, можно разбиться. Здесь, кстати, каска нужна, потому что сразу ныряете головой, получается. Ну да, цель-то другая. Давай, 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 давай. Вот это, да? Тур де Франс должен же продолжить. Третий этап. Ой, осторожно. В плитку втыкаешься иногда. Ну да. По плитке езда. Да, где-то это просто ровная, да, нужна поверхность. Не, ну я тут тоже езжу, иногда попадаешь в стык такой большой. Видите, едешь. Так, уберем вот это вот. Мешается. Да. Самый маленький 9,5, 8,4, поэтому из-за плитки я на фонтане езжу. Идемте, да, пошлите, да. Надо. Хорошо. Колеса очень маленькие, поэтому. Ну да. Я, кстати, не видел такое. А у вас передача какая была? Где вы там катались? Чудеса техники. Потом еще там по разным было там. Ну такие большие удивительные люди, чудеса техники. Самая большая, конечно, удивительная штука. Ага. Надо посмотреть. Ну это просто сезон. Можете посмотреть. Полуфинала, финал. О, ничего себе, прям вот здесь вот. Вот, вообще 20. Цирковой номер. Ну вот видите, вот пол ладошки. Ну да, да. Но получается цепь чуть ли, да, не по
Не по асфальту свисает, нормально? Сейчас пробую. Илона, а ты давай на вторую садись и сзади поедешь. На перегонке кто вперед. Погнали. Ух ты! Вот это прикол. Тур де Франс пошел дальше. Вдоль обрыва по над пропастью. Да по самому по краю. Я верю, бегаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю. Чую с видим гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю. Прикольно вообще. Вот. Ну, там удивительные люди в Краснодаре. Живьем, а вы там телевизор. Вот Краснодар, удивительный человек. На своем собственном велосипеде едет. Мы тут гоняем вдоль обрыва по над пропастью. Просто гениально. Класс. Вы, в общем, вот это сейчас оформляете, а сейчас, который в книге рекордов, он 17,5, да? 17, да? А этот 8,5. Так вам надо сначала, ну, поменьше, этот в конце им как дать потом, через годик. Так, а я эти не оформляю. 17 уже у кого-то. Не, я понял, у вас же есть вот 9,5, там еще какой-то. А зачем мне? Каждый 55 тысяч оплатить заявку. А, чтобы... А они вам платят что-то? 55 тысяч я плачу. Я понял, а вам что-то платят? За? Они не платят. А, просто указывают, да, вас? Да, просто указывают. Ну. Просто попасть. Да, чтобы попасть. Каждый, 55 тысяч. Понятно. Если бы за каждый платили, я бы потихоньку. Ну да, да, я думал, что за каждый платят, да? Миллиметр бы убирал. Да, да. Ладно, спасибо большое. Был такой у нас этот сандист Василий Алексеев. Ну вот, в Москве он выиграл на Олимпиаде. Он установил там рекордов и каждый раз по полкило добавлял. Правильно делал. За каждый рекорд платит. Ну за мировые, что-то я слышал, что вам деньги платят, нет? За мировые. Это смотря где, смотря какие мировые. А, то еще делится, да, все книга это дело? Ну одно дело там соревнования, это книга Гиннесса. Там же ну, всякое да. есть. Кто больше пельменей съел, кто ну, дальше да. сморкнулся там, что-нибудь, что там только нет. Понятно. Ладно, спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. Да, удачи. Вот такая у нас удивительная Россия. Не только богата нефтью и газом, но такими удивительными людьми. Красный рот и сопля из носа. О, ты еще удивительное дерево нашла, да, здесь? Да. Ну, не похоже ни на что. Похоже. Ой, грустный пес, смотри. Ну, как же без нашего поэта Александр Сергеевич Пушкин? Соответственно, площадь называется Пушкинская. А это все наследие Советского Союза. Пожалуйста, Кубанский казачий хор, Краснодарский краевой, что это? Суд? Суд, а это библиотека. И библиотека. И классное сочетание. А вот велосипеды. Едем, едем в соседнее село. Да, как булочник. Что, на булочника похож? Просто на жральщика. Что на булочника-то сразу? На булочке смотри. Да. Погнали нам прямо. Почему? Потому что тебе надо поднять сиденье. У нас велотур начался. Оля, тебе надо сиденье приподнять. Ты как Илона сидишь. Поехали к мосту тогда. Раз уж мы на лошадях, на конях. А можно быстро не гнать? Вот это шествие по улице Красная напоминает, особенно вечером, такой парад 1 или 9 мая, как раньше проходил в таких маленьких городках. Что, наш тур продолжается, и мы все двигаемся к этому, к мосту поцелуев. Есть проблема. Что-то я не наблюдаю, велосипедов много, а дорожек нет. О. Доброе утро, дядечки. Дядечки приехали. Вот он мост. Сейчас мы посмотрим через речку Кубань. Да. Будем сейчас гонять. Давай посмотрим.
Вот такая здесь речка и мост поцелуев. Так, мы наверх. Посмотрим, что там. Вид оттуда. Я уже отсюда вижу, что вид такой себе. Слушай, а как это называется? Как речка-то называется, Оля? Речка как называется? Кубань? А, может, да, она же такая кривая. Ну, как бы... Это ты про вот эту, да, набережную говорила? На чем? На велике. А, на велике. Не совсем то, что мы ожидали увидеть. Но хоть что-то, да? О, тросики. А, здесь набережная еще, смотри. А, на той стороне речки, новостройки. Мы двигаемся по улице Ленина. Такая себе улица незрачная. На нашу красную. Ой, дороги узкие, велодорожек нет, минус. Да, ищем парковку, чтобы оставить велики. Блин, первый раз вот так. Не, правда, мы в Калининграде один раз, как-то в лохматом году. Компания 8 человек катались на великах. Но без дочи. О, движуха какая. Так, байки оставили и пошли на парад. Пошлите, вот наша улица, парад. Так, все развлечения на месте. Концерт начался. А мы двигаемся. А мы еще без ужина, да? Да, я хочу. Пусть хотели миленько поесть. Двигайся. Птички-невелички. Такое прикольное название. Модное место. Сказали, надо подождать 15 минут. Но мне это расплюнуло, потому что у меня есть прекрасный Майнкрафт. Можно не кричать? Классно, реально. Лисички в птичке. В общем, не прошло и 5 минут, как нас посадили. Меню здесь такое модное красивое место, да, мы смотрим, вот дама напротив, такая модная. А мы такие в шортах, все в футболках. Ну, не буду говорить, что мы потные. Не потные? Не, мы, я и говорю, мы не будем говорить, мы не потные, мы просто пахнем. О, меню прикольное тут такое. Красиво. Короче, мы сейчас вкусненько поедим, сейчас все покажем. Итак, я выбрал, значит, я что буду, утиная грудка, вот так выглядит. Сейчас посмотрим, как на самом деле. И вот такой салатик. Ну, цены приемлемые, здесь нормальные. А вы что, определились? А я вот смотрю, смотри, вон стрельные ножки. Такое яркое меню. Да, давайте. Да, наверное, хорошо. Спасибо.
Ну что, давайте. Да, давайте. Завтра улетаем. Попробую, реально очень вкусно. Попробую, я сейчас мне принесу. Просто хотелось попить. Проснись и пой. И пой, или да. Или проснись и пей. Как нравится, и пей. Так и вот. Прикольное печенье. Рассказывай. Что за салат это? У меня салат с ростбифом, все очень просто. Мясо это карпаччо и зеленюшка. А у меня салат с колбасками с какими-то. И картошечкой. Все очень просто, и с запеченной картошечкой. А у меня что-то. Нет, да. Он и нано-салат. Нано-салат его не видно. Сколько? Ладно, на самом деле это очень модное место, мы смотрим и по посетителям, мест нет. Это говорит о том, что место очень прикольное. Здесь стилизовано очень прикольно. Официанты какими-то словечками пользуются такими прикольными. Ну, вообще... Меня назвали милой дамой. Да, назвали милой дамой. И у них, как она сказала, хлопают по ворам, как вот в самолете. Сел самолет, хлопают. Так ты встал, поел, хлопаешь по ворам. И официантам. И официантом тоже, да. Очень вкусный салат, пока ты разговаривал. Салат очень заправлен, вкусный, очень да? Вкусно. Короче, мой салат был вкусный. А твой какой? Очень вкусный. У меня утиная грудка. Вот так выглядит. А у нашей доченьки бульончик. Золотистый. Золотистый бульончик с курочкой. Его, кстати, прям прилип. Ну, судя по виду, будет очень вкусно. Я давно утиную грудку не ела. Вот она, котлета по-киевски. Угу. Лучше поздно, чем никогда. Ну и как? На пюрешке, да, получается? Угу. Пюрешка. Да вкусно как. Ну, я не сомневаюсь, потому что моя утка была очень вкусная тоже. Маме принесли котлетку. Ну что, по традиции переходим к десерту. У меня прям у меня эклер, Наполеон, а у тебя эклерище. Всем эклером эклер. Очень а большой. У меня птичка невеличка. Фирменный. Самый дорогой, это фирменный. Самый дорогой фирменный. Самый, блин, я испачкал, ну ладно. Птичка невеличка. Сейчас, подожди. Сейчас затестим эклер с маковой начинкой. Ну-ка. Это вообще такой никогда не ел. Никогда я тоже не ел. Это штучка съедобная. Там все должно быть, да? Это хлеб. Мой Наполеон. Классно, ты сидела. Иди спроси. Десерт уже супер. Все понравилось вам, девочки? Очень понравилось. Это было лучшее. Мы похлопали про повару. Так, наели мы на 4220 рублей. Что с лицом? Может. Может. Как? Ну ладно. Почему такие? Короче, на этой дорогой нотке мы заканчиваем сегодняшний день. А, да, я думала, видео. Нет, путешествие у нас еще завтра закончится. Так что всем пока. Спокойной ночи. Ну что, всем доброе утро. Очередной день в Краснодаре. И мы сегодня вылетаем в Москву обратно. В общем, что можем сказать об этом отеле? Отель неплохой, но хороший, расположение на пятерочку. Из пяти на пятерочку. Выходишь, ты сразу в центре движухи. А номер отличный, санузел отличный, все хорошо. Единственное, что... Это плохая звукоизоляция. То есть, ну, непонятно. Как бы смотришь, вроде окна хорошие. Открываешь, конечно, шумно. Закрываешь, шума меньше. Но сунешь по этой улице туда-сюда. Гонщики какие-то ездят, орут там, прочее. Десятое. В общем, шумновато. А так отель хороший, да, Оля? Да. Ну, цена, а цена, качество как? Цена-качество, мне кажется, что цена чуть-чуть завышена все равно для наших гостиниц. Да? Да, ну качество нормальное для... Ну, для наших гостиниц я тоже считаю, что завышено. По 7 тысяч за ночь. Просто переночевать. Ну, мы, кстати,
пользовались, доброе утро, пользовались басиком. Ну, в принципе, рекомендуем, наверное, если не жалко денег, то отлично. Они здесь дороже. Да? Ну что, мы опять в аэропорту. Вот наш трансфер оранжевый. Конечно, это шутка. Мы ехали на бизнес-такси. Странно, что у них Toyota Camry считается бизнесом. Но это не имеет значения. Хорошо, тут увидели какой-то памятник, хотим сфотографироваться. О, это кто? Прошли службу безопасности. И такой вышли в открытый дворик. Регистрация здесь. Идем. Лучше не так. Пусть муж Андрей его дал. Че? О, здесь похоже на аэропорт, да? А, очередь, да. Проверку прошли. Смотрите, какой прикольный дьюти-фри здесь. Как будто за границу. Смотри, какие улетаешь. Красивые. Да, красивые. Воняют, да? В здании аэровокзала и салоне вас. Как все солидно. Мы зашли в бизнес-зал. Обалдеть, такой удивительно симпатичный. О, как тут все культурно. Иметь просто как... Что, мест нет, что ли? А, это эти? Традиционный перекус в бизнес-зале. Бизнес-зал вообще удивил. Очень прикольный, да? Удобный. В Москве такие сейчас начали делать чисто бизнес. Не бизнес-зал, а чисто бизнес на бизнес-залах. Ну, немножко картошка, курица, водичка. А еще здесь есть планшеты специальные с онлайн-магазином. И через 10 минут то, что ты заказал, тебе это приносят, ты платишь и все. Да, здесь еще есть такие акции, можно за деньги что-то купить. Бар за акции, там, не за акции, а за деньги. В общем, мы ждем своего рейса обратно в Москву. Сейчас нам померяют температуру, да? Да. Побрызгают ручки. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Ну, это все процедура. В аэропорту Внуково. Мы, конечно, здесь не живем, прилетаем сюда. А, ты тоже так сказал, я тоже об этом задумалась. Ну, какие наши впечатления, давай. Мне поездка очень понравилась. Не могу сказать, что этот город прям обязательно к посещению. Но если уж вы окажетесь в Краснодаре, то обязательно найдете чем заняться. Не знаю, мне понравилось, душевно было. А ты что скажешь? Да, мне тоже очень понравилось. Тем более, когда мы взяли велосипеды и поехали. А еще было очень вкусно птичку-невеличку. И кто будет в Краснодаре, обязательно сходите птичку-невеличку. Да, бесплатная реклама. В общем так, ну, смешанные чувства, потому что Краснодар в основном это одноэтажный такой город. То есть частные дома, старые в основном. Кто-то из них делает какой-то бизнес, строит какие-то мастерские. Блин, мы только там возмущались. У нас такие же тут долбаки. Зачем ему это надо, вообще не... Вот чем хуже машина, тем громче музыка, блин. Хоть как-то выделиться. Ладно, черт с ним. Короче... Наверное, все-таки в будущем Краснодар вырастет вверх, потому что вот это сочетание одноэтажных домиков непонятных, да, и тут же вот эти билдинги бизнес-класса, ну, такое себе сочетание не очень понятное, да, красивые парки, красивые фонтаны, есть как-то местами, частями красивые. Сходили в аквапарк, аквапарк, конечно, им нужен более мощный, большой, интересный. Был маленький, но делать было нечего, мы сходили, как бы ничего, покатались. А еще нам таксист сказал, что этот аквапарк один на весь город. Ну, в общем, да, город маленький, это нормально, что он там один, просто был бы побольше, была бы конкуренция, было бы нормально. В общем так, смешанные чувства, прикольно, единственное, правила не соблюдают. Люди ходят, гуляют по паркам. Это очень прикольно все.
Так что всем пока. На этом видео заканчивается. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки, ну и тому подобное. До скорых встреч. Пока. Пока. Ждать от тебя только лишь хороших новостей. Забыл, как мне как полезен я.